Друзья, привет! Хочу поделиться очередным проектом выполненным. Хочу сказать, что мы работаем официально. У нас получено разрешение от Министерства промышленности и предпринимательства Нижегородской области. Мы не какие-нибудь там нелегалы. Все законно. Катафалк сделали, автомобиль на базе Газель Next. Такой широкий подиум сделали. Каждый катафалк чем-то да отличается. Это отличается тем, что подиум у него сделан с правой стороны по ходу движения. Вот у него такой отсел есть для подставок. Вот так хорошо он сильно далеко выдвигается. Не как у некоторых, чуть-чуть выдвинулся и хорош. Приходите на сайт. Всем удачи. До новых встреч.